все дело. Можно вообще в виде комментариев это, конечно, забить, да? Чтобы было понятно. Если здесь, то здесь, да? Значит, что мы делаем, да? Проверили, отправляется ли у нас это дело в форму, стандарт, да? Ну, можно проверить, там, все ли поля, условно говоря, пришли. Я не буду лишних проверок делать, просто еще раз говорю, чтобы там, например, да, там, не перегружать, условно говоря, вот это вот дело, да? Чтобы не перегружать. Вот. Теперь будем считать, что они все пришли. Да? То есть на самом деле надо через их проверить, конечно же, да, и в то-то, но я уже этого особо делать не буду. Теперь принимаем параметры, да? Name. Смотрите, name к нам приходит через пост, правильно, да? Который так и называется name, правильно? Мы говорим open key. Мы говорим open key. Нам нужно, посмотрите, сколько нам нужно. Во-первых, нам нужно вырезать нафиг все теги. Типа string text, правильно? Правильно. Во-вторых, желательно вырезать все пробелы, правильно? Правильно. Ну, trim, да, там на всякий случай. Все, да? Потом мы говорим, а ведь надо заэкранировать, сейчас надо заэкранировать, да, MySQL, да? Real estate. А полей у нас целых три. А зачем писать все одно и то же? Правильно, да? Значит, мы говорим, опа, опа, а давайте-ка напишем функцию, собственно говоря, которая для этих целей и есть, да? Function. Ну, давайте ее назовем